Это не совсем обычная экскурсия на корабле. Во время этого путешествия пассажиры, которые находятся на борту корабля Urban Ocean Cruise, следующего из Лонг-Бич, любуются неживописными видами. Главная достопримечательность, которую они могут увидеть с корабля – гигантская свалка металлолома. По эту сторону супертанкера находится поле, где вы видите огромные груды лома. Все это раскромсано. Это может быть вашим старым Фордом, холодильником, тостером, которые отправляют на вторичную переработку в Азию. Очень часто они возвращаются в виде Hyundai, Kia или Toyota. 2,5 часа корабль следует через порты Лонг-Бич и Лос-Анджелес, мимо мостов с ржавым оттенком и подъемных кранов, нефтяных островов и даже тюрьмы строгого режима. Эту экскурсию организовал директор морского аквариума Калифорнии Джерри Шубель. Идея пришла к нему в прошлом году после поездки с женой по архитектурным достопримечательностям Чикаго. Это было незабываемое путешествие, и мы все время задавались вопросом, что же уникального есть в Лонг-Бич, Лос-Анджелесе и Южной Калифорнии. Центром внимания экскурсии является разнообразная и интенсивная деятельность человека, взаимодействие с окружающей средой и дикой природой. Это то, как мы используем океан, количество методов и интенсивность его использования. 12-летний Дэниел Олдей – самый юный пассажир на борту корабля, и ему не пришлось скучать. Я многое узнал. Мне не было известно обо всех этих гаванях и о том, что у нас самый большой порт в Соединенных Штатах. И в заключение экскурсовод Urban Ocean Cruise постарался представить гавань Лонг-Бич как положительный пример сосуществования человека с окружающей средой.